Я жил в небольшой деревушке Риберлах. Деревня была небольшая, все жители знали друг друга в лицо. Мой отец был умелым воином и участвовал во многих сражениях. Он хотел, как полагается, истинному воину на поле боя. Но скончался из-за какой-то болезни. Несправедливо, хотя я не пошел по его стопам. Ведь меня устраивала жизнь обычного крестьянина. Я боялся даже взять в руки меч, не говоря уже об армии. К счастью, последний призыв в нашей деревне был года два тому назад. И поэтому в ближайшие 3 года я мог жить спокойно. Народ, капитан Рагнар приехал. Все подходим к пристани. Жители Риверворда, Альянс набирает новобранцев для защиты нашей Родины. Все боеспособные мужчины в возрасте от 20 до 37 лет подойти к призывному столу для оформления данных. Завтра с утра мы выдвигаемся в военный лагерь, где вы пройдете весь курс подготовки. Товарищ капитан, я... Отставить разговоры! Сколько лет? Состояние здоровья? Имя? 24 года. Здоровье? Вроде не жалуюсь. Зовут Норин. Отлично, Норин. Завтра утром мы выплываем в военный полевой лагерь, где ты будешь жить ближайшие 2 года. Так, только не это, только не... Я... Фу. Так, стоп, успокойся. Возможно, я хотя бы стану мужиком. Так... Все. Добро пожаловать, ребята. Тут вы проведете ближайшие 2 года. Вон тот дом посередине, то ваша казарма. Располагайтесь. И через час выходите строиться. Будем получать обмундирование. Я не так представлял себе военные годы. Тут не было массивных стен и сторожевых башен. Вместо казарм были уютные дома, в которых жило по 5 человек, и небольшой полигон для тренировок. Через 2 часа нам выдали доспехи, нас испытывали, каким оружием мы лучше владеем. Я был слаб в ближних боях, и капитан решил, что мне больше всего подойдет лук. Жаль, что мой отец не смог дожить до этого времени. Он был бы очень рад.